Мы находимся в офисе управляющей компании «Домжилсервис». Сегодня здесь достаточно оживленно, проходит день открытых дверей, звучат актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Вот уже не первый год акция «День открытых дверей» в управляющих компаниях наводит мосты между жителями и теми, кто трудится в первую очередь для них, поддерживая чистоту дворов и подъездов, следит за благоустройством. С 2013 года на территории микрорайона Богородский работает управляющая компания «Домжилсервис». Совместно с ее руководством к акции присоединился депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Он отметил, что жители интересовали по большей части системные вопросы ЖКХ, в то время как деятельность самой управляющей компании получила положительную оценку. Здесь тематика понятна, это ЖКХ в целом. И управляющая компания не всегда здесь в чем-то виновата или к ним можно предъявить претензии. Это вопрос комплексный. И не случайно и мы, депутаты областной думы, и местные депутаты, принимаем участие, потому что видим системные проблемы. Так, одним из основных для жителей Богородского стал вопрос водоснабжения. По их словам, холодная вода в квартиры поступает ненадлежащего качества. В прошлом году осенью, в течение почти месяца вода холодная поступала в дома ржавая. В течение нескольких недель промывались в микрорайоне коммуникации, в домах коммуникации. Вода вроде стала хорошая, на глаз, опять же, на глаз, потому что мы определяем как потребители, стала прозрачная. А вот в начале февраля проблема опять поднялась. То есть опять в дома, именно в дома стала поступать некачественная вода. Вроде бы в целом система водоснабжения отлажена, казалось бы, не должно быть негативных моментов. Но вот выясняется, что в пик забора использования воды она поступает некачественная, то есть мутная, грязная. И в чем причина? Вот здесь нужно разбираться. Жительница Щелково 7 пришла на встречу с проблемой, актуальной в преддверии главного политического события этого года – выборов президента России. По словам обратившейся, ее нет в основном списке избирателей. Изначально мы в 2013 году заселились сюда, и наш избирательный участок находился в детском клубе на улице Недельно. Тогда все было в порядке. А как только нас передали в другое помещение, почему-то наши списки исчезли. Очень хотелось бы голосовать за нашего президента в основном списке избирателей. Давайте так, Павел Александрович на контроль возьмет. Мы эту проблему знаем, она не только у вас, но и по всей Московской области. В каждой участковой избирательной комиссии сегодня назначено 3 человека, которые будут осуществлять обход и запись вот в таком режиме все квартиры, все дома на своем участке. Показательно, что большинство вопросов на приеме касались системных проблем социальной сферы, фактически не затрагивая деятельность управляющей компании. И сама УК, и жители отмечают, что смогли достичь взаимопонимания в работе. Мы с «Домжилсервисом» работаем уже несколько лет, то есть какое-то взаимопонимание у нас присутствует. И сказать, что у нас есть нерешаемые вопросы, я не могу. То есть на уровне стратегии у нас все хорошо. Есть тактические вопросы, есть какие-то вопросы, которые надо решать быстро. Ну, они решаются в рабочем порядке. В частности, вопрос уборки снега, я считаю, что они решили просто на 5. Проведение дней открытых дверей стало для нас очень доброй традицией, которую мы проводим 4 раза в год. Для того, чтобы тесно взаимодействовать с жителями и более оперативно решать какие-то вопросы, которые возникают у жителей. Озвучили на приеме вопросы дорожной безопасности. Жители предложили ограничить движение грузового транспорта на территории микрорайона. Подвозят продукты, большегрузные машины, которым где-то надо разгружаться, где-то надо отстаиваться. Площадки под это дело не предусмотрено. Соответственно, машины встают на дорогах общего пользования, на внутриквартальных дорогах и таким образом перекрывают просто проезд. Проблему запланировали вынести на комиссию по безопасности дорожного движения. Всего на встрече обсудили порядка 10 вопросов, касающихся социальной инфраструктуры, благоустройства, ЖКХ и дорожной сферы. Александра Гранич, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».